Па-п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 а. Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это Плюв Плей, мы продолжаем пытаться разгадать тайну, загадку и что-либо еще. Это, кстати, вот это у меня тут пятнышко. Ты можешь за время серии, наверное, засечь, как оно высохнет, если что, потому что это каплюха у меня, каплюха капнула сюда, и поэтому ты можешь за этим следить, а, возможно, я буду от тебя постоянно прятать, ты будешь вглядываться, всматриваться и, ах, как ты будешь паниковать, напрягаться, когда этого будет вот так вот, например, не видно, а потом раз и видно. Короче, продолжаем мы пытаться разобраться со всей этой херней. Кстати говоря, давайте включим автомат. Который компьютер. Я так понял, что теперь, каждый раз, когда я проигрываю, все начинается заново. И мне, типа, в будущем этих ошибок стоит не делать, и тогда у меня все будет хорошо. Кстати, задание с этой боеголовкой я, скорее всего, просрал, потому что нужно было, наверное, подряд нажать от 1 до 10 в правильном порядке. Не знаю, как оно. Остальное, в принципе, все пока нормально. Давайте начнем. Во-первых, звонить давайте начнем вот в эту херню, потому что здесь, это, кстати, очень сильно логично, нужно было 0 и те три цифры, которые я сказал, сложить с теми, которые мне прислали, соответственно, получить финальный пароль. Здесь специально вставлен 0, чтобы если вдруг мне здесь сказали 9, а мало ли, там все рандомно генерируется, и отсюда бы принеслось потом еще единица при сложении, чтобы это далеко не ушло, поэтому здесь будет максимум... Или нет. Я, короче, не знаю, но, скорее всего, 0 здесь не просто так. Поехали. А 9944, нам нужен телефон. Начнем сразу с этого. 9944. А, это мы все отсоединяем. Отсоединяем. Телефон-то где у нас? Телефон на цифре... на цифре 1. Окей. А цифра 1. Херак, херак. И вот оно все заработало. 9944. Да, 9944, ладно. 9944, поехали. Звоним. Опа. 9. Здравствуйте. Здравствуйте, как дела у вас? Все нормально? Все хорошо. Это замечательно. Это прям красиво. Мы продолжаем играть в WCCP, и у нас новый номер телефона, который стоит позвонить. 9567, конечно же. Как, блять, вот это, ой, я просто... Ух, ты ж хорошо-то как. Продолжаем играть вот именно в эту игру. Продолжаем играть в эту игру. Одновременно можно делать несколько действий, и, соответственно, все будет... Ах, я разобрал обратно, да, потом быстро. 9, 8, сколько? 9, 8, 7, 5. Поехали еще раз. 9, 8, 7, 5. Оп, оп. Оп, оп. Поехали. Опа. 9. 8. 7. 5. Окей, 9, 8, 7, 5. Видите три цифры? Давай, допустим, 0. Так будет гораздо проще складывать. 0-0-0, совершенно верно. Совершенно верно, 0-0-0, ожидание. Ожидание, трубку положили, ждем. Так просто будет гораздо проще складывать. Он мне сейчас какое число назовет, такое число и будет паролем, по идее. Вот, собственно. Вот, собственно, и все. И правда, придется его куда-то записать, в любом случае, чтобы не забыть. Да-да-да, но... да-да-да, слушаю вас внимательно. Угу, угу, угу. Да-да-да. Ага. 6, 9, 4, 5, хорошо. 6, 9, 4, 5. А вот и замечательно. А вот и поехали включать компьютер наконец-то. 6, 9, 4, 5. Это и есть наш пароль, правильно я понимаю? Да? 6, 9, 4, 5. Гениальное решение, по-моему. Так, значит, нам нужен. Нам нужен сеть модем. Окей. Модем. Подключите линию. Окей, нам нужны настройки. Настройки системы. Диагностика. Во-первых, давайте сразу. 6, 9, 4, 5. Вообще норм. 6, 9, 4, 5. Красота. О, ТВ, да, экраны.
Экраны! Ой, что-то... Идет диагностика системы, там написано очень мутненько, 1.0.1.2.0. Это... тут что-то... Сейчас, короче, на диагностику... Оно заработало! Внимание, в системе обнаружен баг! А модуль стратегического планирования ошибка... Это что, проверка зрения сейчас была? Баг — это в смысле жук, в прямом смысле того слова, да? До свидания, баг. Ой, блядь. Ой, ёбаный в рот. Что происходит? Что? Я должен корабли также расставить согласно вот этому примеру или что? Походу, да. Походу, да. Или как-то их расставить нужно там где-нибудь? Так это сложно. Ты что, дурачок, что ли? Это что, морской бой? Это реально морской бой, да? Может, их следует как-то растянуть, просто чтобы они пересекались друг с другом? Или как это работает-то? Ну, я расставляю корабли, это понятно. Сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть таких. У меня сколько таких? Раз, два, три, четыре, пять. Бляха, уехал экран. Ты так не пугай меня. Ну, блин, я если их ставить зеркально, то так оно, собственно, есть, наверное. Это ты, да? Это не... это ты, да? Это ты двухпалубный типа корабль, да? А там дальше какой-то меньше или какой? Не, ну я подумываю, что так оно и должно быть. Это куда-то вот сюда. А, это другое, это же самолет, это херня, это разные штуки. Я должен в это играть или что я должен сделать? Если это загадка, то она слишком сложна, как бы, сейчас, серьезно. Попробуй-ка так расставь, нихера себе. Ну, это разные, это точка, это херочка. А типа диагностика так и будет без конца делаться, да? И как это решить-то? Может, их нужно всех с одного на другого перетыкать? Давайте я просто сделаю так, чтобы они не были друг на друге. И тогда будет уже получше, как-то поспокойней. Ну да, так оно будет попроще. Так мы хотя бы видим, кто где. Кто где и кто куда. Но мне это что-то подсказывает, что нужно расставлять именно так, как здесь нарисовано, но я не думаю, что я так расставлю. То есть этот морской бой мне сегодня не выиграть? Или... А вот это что такое? Мне согласно этому что-то руководствоваться здесь надо, нет? На самом деле тут какая-то херня происходит полнейшая. Они все почему-то связаны друг с другом. Вообще все, их невозможно переделать так, чтобы они не соприкасались ни с чем. Ну, допустим, раз самолет, два самолет, три самолет, четыре самолет, пять самолет. Это не самолет, это... Вот, вот это самолет, а это треугольник. Раз, два, три, четыре. Здесь вообще ни одного самолета я не вижу. Что мне сделать, я не понимаю. Здесь вообще как-то... Что от меня хотят, я не понимаю. Кому-то позвонить я тоже не могу, потому что у меня работает компьютер сейчас. Enter не работает. Выключить компьютер могу? Не могу, бляха. И чё дальше? Нахер открылось задание, в котором вообще ничего не понятно. Что за бред-то? Ведь главное, подобрали пароль хотя бы. И то, хоть бы намек какой-то дали. Загорится это, не загорится. Или должно гореть, или не должно гореть. Тоже, кстати, нихера не понятно. Можно проставить по всем точкам, которые вот здесь вот есть... Заколупки вот такие вот. Может быть, в них вколупнуть что-то нужно, нет? Сколько всего этих... Так, это была перезагрузка сейчас или что? Стой! Стой! Ты кто? Я как-то это закрыл? Я сам это закрыл? Или кто? Что ты от меня хочешь-то? Охуеть, загадку просто дали ни с того ни с сего. Сиди и думай, что тебе нужно сделать. Я больно понимаю. Давайте я все их в одну кучу отнесу. Хорошо, давайте я просто посмотрю на поле целиком. Каково это поле в принципе, если на него смотреть? Может быть, я увижу что-то полезное.
Может быть, я вижу действительно, как они между собой должны соединяться, по идее, и там мы это дело как-то решим. Они своими красными линиями мне загородили все поле, я не вижу ровным счетом ни хера абсолютно вообще. Сейчас я пойму, когда я это отнесу все это в одну сторону, я пойму, что и где можно закрывать, нужно закрывать. Это лампочки. А лампочки, насколько я понимаю, в рабочем состоянии должны гореть. Правильно я понимаю? Гореть должны лампочки рабочие. А хорошо. Вот типа... Угу. Я так понимаю, что здесь уже есть расстановка кораблей вот по этим признакам. 2, 3, 4, 3, 2. Все. Это какой корабль? Так, 3. Нет? Тогда эта загадка просто не решается вообще, в принципе. Это что такое? Почему это то мигает, то не мигает? Или это от градуса зрения зависит, я не понял. Так, сколько у меня всего кораблей, давайте посчитаем. У меня их должно быть много. Вот тут точки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Хорошо. Давайте начнем с ближних точек. Давайте я попробую поставить в них, а если это не то, то я, в принципе, тогда даже не знаю, что еще здесь можно сделать. Я просто расставляю то, как можно расставить их, допустим. Сначала расставляю по явным точкам, где должно быть что-то впаяно, судя по всему. При этом не загораживая ничего. Что можно загородить и что можно потом потерять. Так, ладненько, мне кажется, у меня их гораздо больше, чем я расставляю, но... Но как бы я тут ничего уже поделать не могу. Стараюсь включить логику хоть как-то. Хоть как-то ее сюда применить я пытаюсь. Так, вот еще появились внезапно. У меня тут точки открылись из ниоткуда. А, вот точка, допустим. Вот точка. Но сюда не залазит кораблик никак. А, давай пойдем вот по этим еще. Вот точка. Вот тут точка. Вот тут точка. Вот тут точка. Вот точка. Вот точка. Вот точка. Еле-еле видная, но она там есть. Все? Вот точка. Ну, в системе может быть... Подожди, может, это прикол? Может, мне нужно было этот баг быстренько закрыть просто? Техническое справочное руководство. Ну, хорошо. Может быть, сначала нужно распечатать вероятность попадания? Просто я отсюда даже выйти уже никак не могу. Это никак не работает. Это все, это конец. Что это за херня? Какая нахер диагностика? Кто это диагностирует? Почему в таком виде диагностируется? Я не вижу ничего логичного в этом совершенно. Может, кто-то позвонить? Мне никто не звонит. Тогда я не знаю. Может быть, включить компьютер сам? Может быть, что-то заработает? А, я ушел оттуда, поэтому... Просто улетает куда-то в никуда. Все остается так, как я расставил. В системе обнаружен баг. Допустим, что мне с этим багом делать? Так, нам нужно цифру 2 подсоединиться и попробовать, что будет. Рассоединись, отсоединись. Раз и два. Телефон работать перестал. По идее, должен работать компьютер. Не, я не понимаю, что мне здесь делать, серьезно. Назад. Выход куда? В меню? Из игры? Блин, из игры я не хочу выходить. Я хотел в меню выйти, чтобы перегрузить. Как мне хотя бы проиграть в этом случае? Мне вот что интересно. Но расставить синхронно эти корабли не получится, потому что это глупо. Расставить каждый корабль в каждой клеточке? Ну, типа, давайте попробуем. Давайте попробуем, почему бы, собственно, и нет. Почему бы, собственно, и нет, может, как-то заработает. Тогда этот вот сюда, а этот вот сюда.
Ну какая-то логика же должна быть в этой игре, правильно? Да что, я же ничего не делаю. Как это убить? Как вот это убить? Может быть, он куда-то улетает? Подожди! Может быть, он куда-то улетает? Он улетает просто куда-то туда. Никаких дополнительных сведений я не получаю. Так, ну допустим. Хорошо. Ну здесь клеточек больше, чем кораблей. Точнее, меньше. Меньше клеточек. Но это баг, это жук, это он. Вот он обнаружен в системе, я не могу с ним что сделать. Это пиздец какой-то. Это полнейшая херня, если честно. Полнейшая просто. Если это, ну, как бы, баг имеется в виду, что все, я проиграл, что ли? Это такой баг в этой системе, да? Если такой, то как бы тут реально уже делать особо нечего. Все корабли я попытался между собой как-то распространить. Синхронно этому я не построю, здесь просто их тупо больше. У меня. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, да ты достал! Хорошо. Еще. Да подожди! Блин, подожди, в системе обнаружен баг. Может быть, он для этого здесь и нужен, чтобы мне просто постоянно мешать? Кстати говоря, он же, видишь, он же вылетает. Ты что, сейчас нажал? Он же... Это что, я нажимаю? Ну, диагностика, короче, тупо не закончится. Может быть, мне стоит облить его водкой? Или кофеем надо было его облить? Давайте еще раз подождем. Как быстро он уедет? Как быстро он приедет? Типа ничего не нажимаю, хорошо. Хотя это, наверное, вряд ли как-то связано, потому что я до этого нажимал, он все равно вылез. Может быть, это стоит реально все распутать, но это невозможно распутать, просто потому что. Если мы возьмем за основу какой-то край... Я не думаю, что я смогу сделать так, чтобы все эти линии между собой не пересекались вообще в принципе. Да, блядь, окей. Опять он. Я, конечно, могу попытаться, но это нереально, в принципе. Мне кажется, по теории всяких графов и прочего, невозможно выстроить такое все, чтобы оно не пересекалось друг с другом. Вот невозможно. Как бы одно от другого уводить... Вот серьезно, я не вижу... Я попытаюсь, пока у меня есть время, в принципе-то. Я все равно ничего делать сейчас не могу. Где эта херня-то, блядь? Я попытаюсь, конечно. Как бы, чё ж мне? Мне же не жалко попытаться-то. А вот то, что это получится, я не гарантирую. Эти уже друг с другом связаны. Эти уже никак ничего не сделаешь. Хотя бы подсказку какую-то, намек что-нибудь вот такое вот. Но никаких подсказок и намеков я здесь совершенно не вижу. На кассетах тоже ничего такого не было. Все это в одну сторону я убирал. Но нет, это невозможно сделать, чтобы они не пересекались друг с другом. Мне кажется, это сложные математические задачи, которые нельзя решить. Есть же задачи, за решение которых дают миллион долларов, которые до сих пор не решены. Вот мне кажется, это одна из них, блядь. Как сделать так, чтобы все графы не пересекались? В душе не ебу. Как-то так нужно отвечать. Вот это все, что я могу придумать. Это все. Можно, пожалуйста, мне еще раз открыть водку? Я оболью этого жука нахер, и он больше сюда не придет. Какая-то схема. Какая-то схема, она, по идее, может быть, зеркалит то, что у меня есть внизу. Можно, по идее, присмотреться и понять, что нет. Понять, что не зеркалит. Потому что вот здесь, допустим, если есть... Может быть, точки между собой нужно соединить? По типу вот этих вот непонятных. Если бы их можно было двигать. То есть их же нельзя соединить. Вот это что? Вот это. В чем разница? Я вообще не понимаю. Может, сколько секунд, минут сидим над этой херней, пытаемся понять. Здесь приварены, припаянены контакты. Да ты можешь что-то вылететь уже? Нет! Сколько можно-то, блядь? Как можно, блядь, было придумать игру, в которой невозможно что-то сделать вообще совершенно? Выключись нахуй.
А типа это я вставлю, но смысла никакого не будет. Да, может быть, это антивирус какой-то? Запустить, пожалуйста. Бак улетел, и все. Может быть, как-то вот эти лампочки друг с другом сопоставить? Спасибо. Окей. Так, ну-ка. Ну, давайте жахнем, хорошо. Водка на него не льется в любом случае. Пусть он кинет этого экрана, пусть все загорится и похер вообще. Это никаким образом меня не вручает. Нет, я не понимаю, серьезно. Это какая-то херня. А, тут можно было вот так. Ну хорошо, давайте так. Давайте по новой. Давайте еще раз позвоним, узнаем пароль и пойдем не в диагностику, а попробуем включить линию. И если это так и будет, то как бы это печально совсем. Все совсем печально. Вот что это значок? Это типа у меня был пожар, это я уже делал. Так, кофе, пожалуйста, выпей. Еще раз, выпей кофе. Хорошо. Я пока открою, пока соединю. Ага. Так, номер какой там? Номер у нас там сегодня 9877. Хорошо. 9877. Окей. Видите три цифры? 0 0 0. Окей, сейчас запишу пароль. И, кстати, была теория о том, что вот это включает интернет на самом деле, а не просто что-то. Поэтому сейчас мы это тоже проверим. Так, смотри-ка, пароль сейчас запишу, позвонят мне. Положи трубку-то. Пароль. Сейчас включим пароль. Ага. 5-7-6-7. Все понятно. Так, все, иди нахуй. 5-7-6-5. Так, теперь нужно раскрутить второе. Второе включить интернет, я так понимаю. Попробуем включить интернет, хотя мне кажется, это не так. Так, интернет. Модем. Введите телефонный номер. Какой? Вот этот, допустим. 9877. Ну, давай. А как его ввести-то? Ха-ха-ха, как я его веду? Ты же дурачок. Какой, блядь? Как я введу номер тебе телефонный? Я понял. Так, 9877. Хорошо, что девятку нажал. 8 7 7. Соединяемся. Нет соединения. Безопасность, допустим. Разве не подключено? Поехали в настройки системы. Так, контроль доступа. Пароль администратора 5765. Хорошо. 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 5 7 6 5. Ну, допустим. Давай только без багов, пожалуйста. Контроль доступа. Компьютер. Не понял. Это что, блядь? Это как? Не понял. Это загадка какая-то, да? Ну, это понятно. Это просто. Нужно что-то с чем-то соединить, да и все, делов-то. Нужно что-то с чем-то соединить. А чего побегали-то? И как это работает? Это как-то нужно двигать куда-то? Я куда-то звоню? Это интересно, только как это работает? Это рандомно появляется? Что? О! Бля, это пятнашки! Серьезно, да иди ты нахер с этими пятнашками от меня! Терпеть их нахер не могу, они не работают, я в жизни эти пятнашки, хуй так сложно-то!
Ох ты ж, ёб ты ж, это пиздец, как сложно, ты серьезно, ты издеваешься? Это, блядь, невозможно пройти. Просто физически невозможно это пройти. Для кого эта игра сделана? Для каких-то гениев, что ли, или что? Как в это играть-то? Ну, нужно соединять все со всем, я понял. Я вижу, что куда вести. Хотя, в принципе, это, наверное, проще, чем пятнашки, потому что в пятнашках требуется в конкретном порядке. Здесь тоже требуется в конкретном порядке. Ну, ладно. Я не знаю, как бы, если это проще или не проще, сложнее, не сложнее, но мне почему-то кажется, что это нихуя не проще. Но, типа, что-то у меня получается. Ладно, хорошо, ладно, хорошо. Здесь нужно вниз две палочки. Что я вообще делаю, я хер пойми. Нужно что-то подключить с чем-то. Вот отсюда, я так понимаю, идет питание. Правильно я понимаю? Или это все перепутано было изначально уже у меня? Так, какую сюда палку нужно? Сюда нужно палку, из которой еще две вниз потом идут. Вот это сюда нужно. Так, вот это сюда нужно. Ладно, допустим. Так, я хер знает, как это работает. Серьезно. Вот серьезно, пятнашки это самая непонятная для меня в мире вещь, блядь. В ней невозможно разобраться. Пятнашки это сложно. Вот как ее сюда загнать, я хую знает. Хотя знаю. Наверное. Не, ну тут надо опять один через один, короче, делать, и это жопа вообще полная. Чё, блядь, как это? Ой, можно это закрыть, нахуй, пожалуйста? Я серьезно, я не понимаю, что еще это мне нужно. Я никогда в жизни это не соберу, никогда в жизни, это сложно. Это не ебически сложно, это просто бред, по-моему, какой-то. Это просто полный бред, можно это закрыть, пожалуйста? Что вот это загорается постоянно? Разные лампочки, и больше ничего здесь не тыкается совершенно. Кнопки, телефоны. Ничего не работает. Что ты от меня хочешь? Может быть, что-то с чем-то просто в одном месте? Может быть, питание от одного до другого места довести? Но это глупо. Потому что, скорее всего, должны работать все эти три лампы. Это самое сложное, возможно, задание в игре. Но оно какое-то прям реально очень, очень странное задание. Мы смогли дозвониться по номеру телефона. Это что я сейчас сделал-то? Безопасность? Окей, это я безопасность какую-то тут открыл. Доступы, хероступы. От моих движений что-то делается? Питание пропало. Питание появилось. Два питания появилось. Ха. Может быть, не все совсем нужно соединять? Может быть, только вот от этих вот и хватит одной лампочки? Тогда это, конечно, гораздо проще выглядит, в принципе. Так, секунду, что надо-то? Так. Хорошо, хорошо, запитал еще и эту. То есть нам вот эти еще... Ну, а это ничего не меняет. Это же ебантейство. Ну, давайте попробуем, я попробую прогнать питание вот просто в одну сторону. Хотя бы я посмотрю, работает ли это. А, нам нужна здесь прямая палка. Прямая... Ну, допустим, начнем вот отсюда. Здесь, по идее, без разницы, наверное, как это делается. Совершенно прям вообще. Это совпало? Я херу. Не очень совпало. По-моему, это не отсюда. По-моему, да. Скорее всего, отсюда какая-нибудь... Так, она должна быть наверху. Наверху, возможно, вот это вот. Возможно, вот это вот. Не, ну это бред вообще. Я никогда... Ой, блядь, как же это глупо и сложно. Зачем? Кто это придумал, главное? Да это ж ебанешься. Нет, нет. А можно как-то... Что это? Вот что это меняет? Что меняется? Вообще все пропало. Почему все пропало? Опять что-то появилось. Так, окей. Короче, это меня не устраивает. Я... Ну, мне кажется, в этой игре нужно быть каким-то прям гениальным человеком, чтобы... Даже не гениальным человеком, а просто, возможно, думать как автор этой игры, потому что я как автор этой игры не думаю совершенно, я так понимаю. А, давайте... А, что мы еще не делали? Звонить звонили.
Мы еще не писали в комментариях, что можно попробовать растворить пятно. Давайте, собственно, попробуем. Сначала открывается эта херня. Потом открывается вот эта херня. Потом мы берем, открываем страницу. Вот это, вот это, вот это. Не работает, смотри-ка, не работает. Я могу просто выплеснуть. Выплеснуть и все. И поставить ее внизу. Возможно, пригодится когда-то потом. Что еще можно сделать? Можно сделать, включить охрану, возможно. Но для чего нужна охрана, я не понимаю немножечко. Давайте включим охрану. Это точно не телефон. А что мы еще, кстати, не делали с паролем администратора? Вот нужно посмотреть. Ну, как бы у меня мысли кончились совершенно. Даже намека на них нет. Я могу открыть вот это. Что там было, я не помню. По-моему, там была бомба. По-моему, там была бомба, которую я не разминировал, потому что я не запомнил порядок. Давайте попробуем запомнить его. Почему бы нет? Почему бы, собственно, и не запомнить, и не попытаться? Хорошо. Мы шли, по-моему, как раз-таки по этому пути. Допустим. О, а это сложная задача-то, обосраться какая. Да, окей. Ой, бля. Ага. Да-да-да. Хорошо. Зачем я одно и то же раз нажимаю, не знаю. Ага. Я помолчу, пожалуй, потому что так проще будет сосредотачиваться мне на этом всем. Так, уже я нажимал. Ага. 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 Ох, как это сложно обосраться. Еще надо запоминать этот порядок. Хорошо. Что я сделал? А, запустил бомбу. Окей, допустим. Здесь мне нужно разгадать какой-то пароль или нет? Допустим, один. Один. Два. А, он здесь не меняется. Три. Четыре. Пять. Шесть. Угадал. Серьезно, шесть. Семь. Окей, не угадал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь. Угадал. Семь, потом. Восемь, не угадал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Угадал. Потом девяточка. Не угадал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять. Не угадал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9. Не угадал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Нет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Нет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять и потом две палки. Нет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Нет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Блять, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Блять, девятку забыл. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Да серьезно, что ли? Раз, два, три, четыре. Ой, блять, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10. Возможно, мне нужно было знать пароль, потому что, как бы... 11 здесь уже нет. 10 и... все? И потом куда? Потом нужно было что-то отменить? Но если я нажму однерку, будет печально. Ну, десятка это последняя.
Ну тогда я просто реально я не понимаю. Они все нажимаются по порядку, это я понял. Там уже, кстати, пиздец. Я промахнулся, окей. До 10 мы дошли. До 10 мы дошли, но это мало что поменяло. Блять, я забыл. Короче, ладно, ничего не понятно, но здесь что-то нужно сделать. Может быть, выпить, и так будет проще. Это вряд ли что-то поменяло. Но я попробую еще раз. Промахнулся просто тупо. Да, бляха, не промахивайся. Вот вся проблема с девяткой, их просто здесь много разом одни. Чувак, я опять что-то не так сделал. Ни хера непонятно. Но все, короче, началось по новой. Все началось по новой, и это печально. Это очень-очень печально. Вроде все остальное я потрыгал, потыкал, попробовал, понажимал. Все, что можно, я попытался, ничего не получается. Сложная игра, на самом деле. Здесь есть какие-то подсказки, может быть, нет? Создатели, настройки. Музыка, звуки, прогресс. Сбросить, нет, не надо. Ну, больше просто тут нечего, как бы, сделать. Я сделал все, что мог. Сделал все, что мог, и... Очень, знаешь, в чем прикол? Она очень сильно за этого, на как его, очень сильно замудренная. Просто прям обосраться, как сильно она замудренная. Это невозможно. Распечатать досье, но мы досье печатали, мы ничего там такого не нашли, как бы... Ну, я не знаю даже. Я даже не знаю, поэтому давайте на этом закончим. Я думал, что мы как-то раскатаем этот клубок, размотаем, но он что-то застрял и не разматывается. Не хватает меня... Возможно, не только меня, на решение всех этих головоломок и загадок. Поэтому все, ссылка. Это, наверное, будет довагляшка двухсерийная. В описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем отличных игрушек, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.